Владислав Кугукин – тренер, воспитавший целую плеяду саровских легкоатлетов самого высокого уровня. Его ученики становились мастерами спорта, были членами сборной команды страны и сборных команд среди ветеранов, чемпионами области, России, Европы, призерами чемпионатов мира и всемирных игр. Как вспоминают его воспитанники, он был человеком, который полностью отдавал себя любимому делу. Открытие летнего легкоатлетического сезона традиционно посвящают памяти великого тренера. Сегодня у нас проводится открытие сезона, посвященный памяти Кугукина. Открытие сезона у нас проходит уже более 30 лет, а посвященный памяти Кугукина, это вот завтра 10 лет, как его не стало. Это наш тренер. И у нас план календарь соревнований очень большой на этот год. То есть у нас 4 соревнования городских и 6 выездных. На трассу в парке Зернова вышли спортсмены РФЦВНИЕФ и городских организаций. Дети, студенты и все желающие горожане. Погода была переменчивая, с прохладным ветром. Но и это не испугало любителей спорта. Участники пришли на открытие сезона с позитивным настроем. Для кого-то забег стал хорошим поводом активно провести выходные. А кто-то решил оценить свои силы перед серьезными соревнованиями. Увидел объявление ВКонтакте, что будет забег такой, старт сезона. Решил поучаствовать. То есть вы увлекаетесь бегом, да? Да, бегом, лыжами, плаванием. Просто прийти, посмотреть на людей, так, пробежаться в свое удовольствие. Пришел, потому что старт интересный, открытие сезона. У нас мало таких стартов проводится по асфальту. Это считается как шоссейный бег. И тем более скорость соревнования на следующей неделе. И это хорошая прикидка, чтобы пробежать и уже более лучше узнать свою форму и подготовиться к следующему старту. Сначала на старт вышли дети до 18 лет. Они соревновались на дистанции 500 метров. Затем организаторы дали общий старт для взрослых спортсменов. Женщины бежали дистанцию 2,5 километра, мужчины – 5 километров. Участники пробежали по мосту Захарова, через «Авангард» спустились к левой набережной реки, а затем через Маслихинский мост возвратились к точке старта. Победители и призеры забега получили награды и дипломы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.